Пубертат увидел мир. Блять, я больше нахуй дома. Я есть хочу, блять. Хавай, блять. Короче, мы только забросили, Сусанин ждет уже внутри. Сейчас мы будем его искать. Давай быстро здесь. Посмотри налево. Пацаки, заходите внутрь, там объемники висят. Вы срисовали объемники? Мы объемники только что в перегоне, понял, ебанули? Всем здорово. Давай, заебу, дядя. Здорово, здорово. Мы не поняли сначала, где вы заныкались, а мы пиздуем, там объемники висят. Короче, дядя, я объемник проскочил, оно красным загорелось, я ушел. Говорит, пацан, типа нормально, все, типа не парься. Короче, мы входим в нормальный объект. Что за объект? Объект спецсооружения киевского метрополитена. Это типа бункер? Да, это бункер, недостроенный военный. Я когда здесь работал, я тебя водил, ты помнишь? Да. А теперь ты меня водишь, когда уже не работаем. Да, когда я уже стал великим, известным человеком. Ох, ничего себе. Я вас всех люблю, всем подписки, всем спасибо, что подписываетесь на канал, всем подписывайтесь за YouTube. Ребят, я вас очень сильно люблю, спасибо, что вы со мной. Так покажи, что. Они нас забаррикадировали изнутри, ты понял? Это куда выход? Это самое главное, это подземное сооружение. Угу. Откроем? Да не, не надо. Блядь, все, больше надо. Там в киевский метрополитен, закрыто-открыто, свет горит, не горит, как бы не стоит важно, мы имеем возможность попасть сюда. У Вьетнаме было, как бы мы убегали, но не вопрос, а здесь мы в Киеве, я дома. Так получилось, что была моя мечта жизни. Меня привели, короче, в сооружение, которое ржавое. Вась, так возьми сразу колбасу и бутылку пива себе. Ну там уже, на берегу метро. А, я понял, так идем туда. Пошли. Блять, сука. Ёбаные спецобъекты, блядь! Блядь! Сюда, у меня, проходи! Ебать-то ну нахуй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вася засасывает? Пиво ушло, как... Слушай, тут шахта. Ого. Ну сколько тут? Этажей 20, наверное. Там, мне кажется, 38. Забираю, сейчас в стволе сядем и замотаешь. Так, у тебя пиво, Анди? Не, у меня нет. Дядьков, слышь? Какой? Ничего я не забирал. Я фонарь забрал. А, фонарь, слышь, дядь, подожди, ты, короче... Я перематываю штаны. Это типа вместо ремня? Да. А ремень-то где твой? Да я проебал. Да нахуй оно надо тебе? Да он заебал, запутывай моих троих. Я не знаю, что он делает, а как ты сюда доехал? Ты можешь делать и подождать? Дядька, ну я тебе подарю ремень завтра. Ну я сейчас что делать мне? Уходи, блядь, без штанов. Бля, Вася, ты прикинь, что будет, если сейчас забегут мусорылы и увидят... Не, отказать быстрее! Он мне такой, ай-ай, не надо, Супер Сус. Слушай, дядька, расскажи лучше, где делась твоя трезвость? Так в смысле трезвость? Ты завязал с трезвостью? Ты не особо сейчас и пью. Не, ну не пьян, типа я немножко выпил сегодня глинтвейна. Чисто согреться, да? Ну не то, что согреться, типа для храбрости. Ребят, ну здесь понимаете, где мы находимся или нет, блядь? Ну сверкани, что ты там навязал. Нихуя, слышишь? А? На безрыбье и рак рыба.
А, голь на выдумке хитра. Голь на выдумке хитра, подвязал я это штана. Подвязал это штана и залез на метро. Раз, два, три, в метрополитене, хуй сосите мусоры. Дядька, ты можешь в хип-хоп. А ты можешь в хип-хопе дальше влог вести? Ну, да давай попробуем. А ну зачитай фристайл. Дай тему. Какую тему? Ну любую, намек дай. Намек. Типа на водяку. Давай, блядь, съебаемся от мусоров в тоннель. Давай. А музычки нема? Давай, без музычки. Поехали? Да. Раз, два, три, съебаемся от мусоров. Мы здесь хип-хоп делаем вдвоем. Мы здесь хип-хоп делаем вдвоем. Мы съебаемся от мусоров по перегону втроем. Мы от перегона втроем, 109-й втроем. Втроем, втроем, втроем. Мы здесь делаем, открываем вместе двери втроем. В рот тебе мусорок. До свидания. Угу. Ну как, даже нельзя как бы наигранно сделать. Нормально, главное, чтобы от души шло. От души-то от пизды, все хорошо. Мы здесь попали, как бы в рот всех ебали. Все хорошо. Угу. Я есть хочу, блядь. Хавай, блядь. Блять, короче, мы попали в необычное место сегодня. Ребят, ну как бы не каждый ценит. Потому что вы даже не понимаете, где мы находимся. Так а где ты, блядь, находишься, нахуй? Что это за место? Нахуй оно надо, блядь, вообще? Оно вообще не надо. Ну, просто я нахожусь, где мне не надо. Ребят, спасибо. Мои друзья. Очень хорошо заходит. Очень вкусная колбаска. Вообще ништяк. Вы же понимаете, что я дурной от колбаски. Поэтому я пью. Пью. Вот. Тихо, не снимай. Зветова, блядь, как его нахуй зовут? Ваня! Ваня его зовут или Даня? Ваня, да. Не. Они, по-моему, Ваза. Вы сами должны увидеть и оценить, в какой ситуации в данном случае оказался я. Ребят, спасибо всем, кто меня поддерживает. Слушай, мы с вами находили усилия. Подписывайтесь на инстаграм. Мой любимый, ребят, я продолжаю радовать вас. Нас. Хуя. Сус, тебе нравится это место? Смотри, как тебе место? Тихо. Оп. Попали, по-моему, в сверх ебаный пиздец. Мы не собирались этого делать, мы хотели снять нормальное видео. Что? Свет, что ты видишь? Пуперта! На всем мира! На всем мира! Пуперта! На всем мира! Создание. Вася, давай работай, ты в кадре. Бля, сука. Что происходит? Ну мы где-нибудь в трясение покурим, Дим? Я тебе еще одну сделаю. Дим. Да. Я хочу покурить. Полиции уже покуришь. Спасибо всем, ребята, что вы со мной остаетесь. Сус, что там? Ты знаешь, что там дальше? Я работал здесь нормально сегодня. Я думаю, что здесь нам не очень рады. Я не знаю, идем или нет. Подожди, сейчас он проверит все. Я смотрю в кадр. Так, мы стоим или нет? Стоим. Начальник,
Скажи, да или нет? Скажи. Что? А, это на шею, прикинь. Скажи, да или нет? Стоять или не стоять? Стоять. Стою. Ты помнишь, что 15 лет назад мы сюда и работали с тобой? Когда я работал в этом объекте, я тебя водил, ты помнишь? Все, Вась, веди нас, все нормально. Встали и пошли. За мной. Если какая-то хуйня, догадались. Угу. Поняли? Да. Все, вопрос закрыт. Поняли? Герман, раз, Герман, третье закрытие. Это самое страшное, что я видел в 2018 году. Алюминиевую живую оградку! Будьте здоровы, Ольга! Забудь о нас! И видите все равно! Шел старый Новый год. В общем-то, меня поздравили сегодня с самым лучшим на свете старым Новым годом. Поэтому говорю, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на Супер Дюбер Тут. На мой YouTube. Ну, реально классно. Ребят, спасибо, что вы со мной. Респект, будем стараться для вас. Ha ha ha!